Человек, который в центре столицы взорвал автомобиль с Тимуром Махаури, есть на видеозаписи. Правоохранители располагают кадрами, как неизвестный приводит в действие взрыватель. Об этом сообщило агентство «Украинские новини» со ссылкой на собственные источники. На записи якобы видно, как мужчина после взрыва скрылся в подземном переходе возле Бессарабского рынка. По словам источника, бомбу заложили в подлокотник. Напомню, автомобиль с гражданином Грузии Тимуром Махаури взорвали в центре Киева 8 сентября. В машине также была молодая женщина с ребенком, они выжили.